Прием, прием, леди и джентльмены, на связи... Стоп, почему меня так много? Я не понял, ладно, на связи Шэдди... Стоп, я зомби! Почему я зомби? Стоп, если я зомби, то кто тогда вот эти люди, которые стоят слева от меня? Стоп, я стал... Это что? Не зомби-апокалипсис, а Шэддимен-апокалипсис? Ладно, прием, прием, друзья, в любом случае на связи с зомби Шэддимен, и... Что со мной произошло? Я не понял, как это вообще произошло? Пожалуйста, сделайте так, чтобы я снова стал Шэддименом, чтобы Шэддимены, вот эти толпа стала зомбаками, а я стал Шэддименом. Как это сделать? Да все максимально просто. Просто поставьте вот этот вот значок с поднятым пальцем вверх. По-моему, лайк называется кнопка. И тогда вы меня телепортируете их местами, и я стану нормальным Шэддименом. А те, кто из вас еще не подписан на канал, подписывайтесь прямо сейчас. Нажмете на кнопку подписаться, я точно стану нормальным Шэддименом. Большое тебе спасибо. Ладно, я пойду, просто я до сих пор не верю. Боже, у меня зеленые руки. Ну что же, вот она удача. Именно удача, потому что без нее мы бы до сюда не добрались. Мало того, что я повредил себе ногу и теперь не могу нормально быстро передвигаться, так еще и нам нужно найти иголку в стоге сена, в буквальном смысле этого слова. Маленький листочек в этом гигантском здании. Но этот листочек, эта декларация, для нас очень-очень ценная. Если бы здесь не было Цербера, мы бы точно не справились. Ладно, приступим. Надеюсь, то, что мы сможем это сделать сегодня. А, Леска, давай ногу что-нибудь мне сделай. Я не знаю, я рухнул с этим бойцом, прямо у меня на спине лежал. У него еще бронежилет тяжелющий. Давай. Аккуратно. Так, давай. Она у тебя опухла, ты вообще... Опухла? Ты чё? Жесть просто, как... Ой-ой-ой, щиплет, как сильно. Ты чё там, обезболивающий что ли какой-то? Чё у тебя? Нормально, царапина, ничего страшного. Намного страшнее было бы, если меня зомби цапанул. Блин, горит. Иди сможешь, нет вообще? Иди смогу. Короче, в экстренных ситуациях, я думаю, если чё нас подожмут, бежать смогу. Тут еще это. Капец, как много зомби понабежало вокруг этого поезда. Так. Да, мы тут расшумелись. Ё-моё. Так, смотри, солдата Цербера оставим тогда здесь. Я сейчас ему обо всем об этом сообщу. То есть и дополнительно информацию расспрошу хотя бы, что нам за декларацию надо искать в этом огромном портовом здании. Давай, ты пока что в окна глазей, чтоб с крыши на нас не напали. Прием, Цербер. Это Шэдди, на связи. Слушай, ты нам не говорил то, что тут настолько весело будет. Солдата мы твоего нашли. Мы его пока что здесь оставим, в этом вагоне. За его жизнь не переживай. Дышит, сердце бьется, пока что в отключке. Видимо, шок у него, либо еще что-то. Я сам тоже повредился неплохо. Мы будем дальше пробираться. Ты можешь хотя бы схематично описать это здание, где эта бумага может находиться? А да, конечно. Сейчас все объясню. Короче, я подоспел. Я сейчас нахожусь на этом вагоне, который упавший. Если выглянешь сейчас железную дверь, ты можешь меня увидеть. Я прям на вагоне там сейчас со снайперкой лежу. Я буду за вами следить, пока вы будете с этажа на этаж скакать. Короче, слушайте внимательно, Леска, ты тоже слушай. Короче, первый этаж. Это получается столовка. Попробуйте какой-нибудь закусончик найти. И да, кстати, там чипсы есть прикольные, рыбные. Их тоже захватите. Вот. Второй этаж. Офисы. В офисах можно найти документацию и так далее, но нас интересует картотека на третьем этаже. Там находится кабинет, в нем сейф. Сейф, конечно же, за железной и закодированной дверью. Нужно будет код разузнать. Какой он, я понятия не имею. В общем, задача ясна. Задача ясна. По поводу чипсов, ты не оборзел ли там по поводу чипсов какие-то еще заказывать? Мы что себе сейчас, в ресторан что ли отдыхать едем? Ладно, все. Шучу. Давайте, соберитесь там, вы уже недалеко. Конец связи. Вот человек, конечно, нифига не изменился с тех пор. Серьезная ситуация, у нас тут какие-то чипсы, он рыбные там заказывает. Ладно, найдем, неплохо будет. Черт, там уже зомби за бочками. Расчищай путь пока что, я автоматы сейчас подготовлю. Так, слушай, смотри, они, получается, нас уже будут, да? Слушай, у тебя 9-миллиметровые случаем не завалялись? Какое-то количество? Есть. Давай, пока что давай сюда. Так, что ты говоришь там? Куда они пойдут? Я говорю, что они сейчас нападать уже будут нас атаковать. Нападать? Да, в смысле? Ну, конечно, будут. Куда они денутся? Уже вонючие халаты наши уже. Давай, не поможет уже все. Дождь пошел, все смыло давным-давно. Разгребай пока что бочки, в сторону отставляй. Я тут дозаряжаю пока что магазин полностью. Готово. Так, давай, выкидывай их. Что ты тут церемонишься? Куда эти бочки тут берешь вот так вот в сторону? Выкидываешь, что-то как не знаю там. Давай, быстрее. У нас тут на кону жизнь всех наших ребят будет находиться. На! Получай. Так, ближнего пока. Так, это сюда. Так, в сторону отойди немного. Давай. Следуй за мной. У меня костюм немного в более хорошем состоянии.
Так, эти чертовы деревянные ящики, нет, все в порядке. Ага. Так, все, готов. Так, что там, чисто? Чисто, чисто. Погоди секунду, сейчас я костюм еще получше переодену, чем тот, что у меня сейчас есть. Можешь пока что вперед пройти, посмотреть, откуда нам будет выгоднее всего сейчас зайти дальше. Вход в здание найти. Потому что, как ты понимаешь, мы сейчас с тобой находимся вообще в гигантском поезде. Вернее, в вагоне, то, что осталось от поезда. Понятно, так, понятно. Вот сюда, тут есть пару выходов. Так, сколько всего комнаты лишнего здесь у меня накопилось. Куда? Так, красные кнопки не жмем, одна получается налево. Нет, не жмем. Вот так, налево это улица, нам не туда явно. Давай попробуем направо пройти. А здесь какой-то тупичок, по-моему, нет? Или есть? Нет, нет, есть. Тут какой-то рычаг. Красный, правда, но ничего страшного. Все, теперь держись за мной. Если видишь много зомби, то лучше отступи назад. Так, рычаг нажимай и заходим. Все, погнали. Погнали. Работаем. Так, давай ты... Так, туалет. Так, это мужской, давай ты направо, я налево. Погнали. Так, заходим. Люди! Здесь есть кто живой? Аккуратнее будь. Тут любители попрятаться в туалетных кабинках, они постоянно сюрприз могут тебе устроить. Нам это не надо такое. Так, кажется, чисто. Люди! Чисто. Черт, не, слушай, тут походу... Нет. Надеяться на кого-то выживших точно не стоит. Потому что тут... Так, давай, знаешь, что сделаем? По первому этажу пробежимся, и знаешь, что мне не нравится? Тут есть проход один, и он полностью, получается, открыт. И здесь тоже двери полностью открыты. Так, иди вот за эту железную решетку и закрывай вон ту лестницу полностью. Заставь какими-нибудь бочками там, диваны поставь, еще что угодно. Потому что сейчас, если толпа ворвется прямо сюда, в наши комнаты, то мы с тобой просто не успеем отсюда сбежать в конечном итоге. Так, значок вот сюда, сектора, да, 7, вот сюда. Вот да, конечно, давай лестницу полностью заставь чем-нибудь. Чем угодно, тут бочки всякие есть, тому подобное. Так, хорошо. Сейчас я их сюда забрать. Так, эту железную решетку я даже не знаю, то, что мы откуда входили, закрывать ее, не закрывать, пока без понятия. Так, давай. Ой. Так, быстрее. Я чу, так, больше. Нога, по-моему, получше, как но она, не идеально, далеко от идеала, ладно. Ну, больше, я об этом не думаю, ты понимаешь, нас каждую секунду могут сейчас сожрать здесь просто. Кстати, так. Сюда, так вот пустой, странно это. Чё там? Странно, да солдат валяется. А, видела. Так, пойдем по столовке пробежимся. Так, слушай, я не знаю, вот так, наверное, уже не пролезут, я надеюсь. Надеюсь, не пролезут, хотя немногое могут. Опа. Так, давай, занимайся так, солдатами, смотри, я пока что стреляем, проверю. Да? Тихонечко. Пока идем. Я думаю, то, что стрелять не стоит. Ну, их не настолько много, чтобы нам с тобой сейчас патроны тратить. Самое дорогое, то, что у нас есть, можно сказать. Так, солдата проверила возле входа? Нет, не успела. Так, занимайся... О, рыбные чипсы, то, что Цербер заказывал. Вот это будет, так, конечно, смотри, 9 миллиметров, нежданчик, если мы чипсы нашли, а вот декларации в итоге тут не окажется совсем. Так, слышал, да, 9 еще? Миллиметров там? Да, сейчас подойду. Так, зомби, так, кстати, зомби начинают все интенсивнее и интенсивнее набегать к нам. Да? Да, начинают стягиваться. Так, у меня хот-дог есть. Так, хотя этот хот-дог, он совсем уже не горячий, скорее всего, холодный уже давным-давно стал. Да, наверное, уже испорченный. Так, ладно, со столовкой все понятно. Так, ты взял, здесь ты взял, так, да, получается? Ты вот эту комнату проверял или нет? Там, кстати, аккуратно, сейчас тебе должен зомби выскочить, по-моему, так, за спиной, не пропустить. Да он что-то там за окнами прыгал. С этой комнаты надо заканчивать, пошли на второй этаж. Вот, думаю то, что... Так, второй этаж, что у нас там, Цербер сказал, находится? Картотека, по-моему. Картотека на втором этаже, уверена? Ой, или так, второй, или а третий, тут их уже что-то многовато находится. Так, ну все, они нас учуяли, получается. Да они нас и не переставали чуять, я тебе по секрету скажу. Так что на крайних можно и оружие открывать. Так, тихо. Сейчас я это... Так, 6 на 5. Это твой калибр. Мое. Давай, занимайся. Мое, так, второй этаж, что это такое? Это офисы, второй этаж. А, точно, да. Подготовься, тут работников, видимо, было много, и, скорее всего, наплыв тут будет тоже достаточно жесткий. Так что давай, не расслабляйся. Так, я иду. Давай, продвигайся, так, и... Тут... Здесь сделаем таким образом. Я иду налево по коридору. Тихо, справа от тебя стоит, ты глаза-то открой. Так он за стеклом, я видела. Иди туда направо и ищи все, что может, не знаю, намекать на то, что это может найти нам, вернее, помочь найти эту заветную декларацию. Да, я поняла. Хорошо, давай. Листы, всякие там, не знаю, листборды эти просматривай, где там бумажки всякие приклеены. Ничего только не пропускай. Потому что я единственное, что сейчас хочу, о чем я мечтаю. Просто свалить отсюда поскорее. Так, слушай, зомби тут явно какие-то странноватые, потому что они медленно то замечают меня, то не замечают, как-то странно очень. Так, у меня пока ничего нет, я вижу в конце коридора у меня... О, так,
Вояка, вояка лежит. Так, вояку нужно обязательно проверить. Так, я для тебя там еще эти патроны нашел. Ага, все, они тебе потребуются. Смотри. Что? Так, смотри, у меня тут какая-то табличка, буква N большая получается. N? Не, Николай. N? Не. Может не. Быть, H? Ты уверена, то, что это, ну, алфавит, может... так скажем, русский? Там, может быть, это какой-то этот, не знаю, зарубежный, там, не знаю, как это назвать, это латинский, короче, алфавит. Да, латинский. Пока что непонятно, вот, короче, я не знаю. Так, офисный... Так, я тоже букву нашел M. М, ладно, М, H получается. Пока непонятно, может быть даже и... Так, а здесь у нас что такое? Понимаю, а, все, я вижу, где ты эту букву нашла. Так, ты рабочего проверяла, который там лежит, надеюсь? Проверяла, так, тут у него, получается, денежки. Возможно. Так, смотри, S, либо C, буква C-шка. C-шка какая-то появилась. Так, М, H, C, получается, три буквы, так. Ага, что-то еще смотрю, может быть или нет здесь, я пока что не так, могу понять. Бумажек разных, все забираем, да, ведь все может быть нам... Я не знаю, что там за бумажки. Смотри, если что-то написано, то бери, если ничего не написано, то, в принципе, нам нет смысла, наверное, эти бумажки даже трогать вообще. Так, я здесь нет, здесь нет, я пытаюсь каждый офис просмотреть на наличие букв. Все, это латинский алфавит, это Q, буква Q нашел. Так, окей, ладно. Так, здесь валяется, ты его посмотрел, да, еще мы что-нибудь придумаем, да, валяется. Так, все, пошли на третий этаж в картотеку. У нас есть какие-то зацепки, о которых говорил Цербер. Есть четыре буквы. Что с этими буквами делать, я пока что понятия не имею. Надеюсь, что как только мы поднимемся в картотеку, мы с тобой поймем. Так, слушай, а вот в картотеке сейчас начнется самое веселое. Их там капец как много. Давай, не отставай. Так. Давай. Делаем так. Поднимайся повыше по лестнице. Если что, выбежишь на крышу. Я останусь здесь и буду снизу вверх отстреливать. На счет три открываю дверь. Раз, два, три. Все. Так, пока что я справляюсь. Пока что все нормально. Я тебе скажу, когда ушел на перезарядку. Ушел на перезарядку, они ко входу идут. Идут ко входу. Так, 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 пошла, 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 не тормози. Так, давай, давай, давай. Отходи в сторону, как патроны закончатся. Убегай наверх сразу, как только закончатся патроны. Все, все, отошла. Захожу, захожу, все, я зашел внутрь. Тихо. Среди книжных полок. Выходить начинает. Черт, на меня напали резко. Фух, капец. Бежит, бежит. Если что, выбегай отсюда на крышу, лучше небезопасно здесь находиться сейчас. Бей, бей, бей их, бей их. Давай, 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 не тормози. Выбегай на улицу, если там подлечиться надо, либо еще что-то. Я пока что отделался легким испугом. Так скажем. Нифига себе. Прям за углом. Сейчас, сейчас. Так. Тут комната делится. Тут комната делится на два крыла. Я пойду я в левое, в западное, получается. Ты в восточное, иди направо. Так, и давай не спи только. Все, давай, все, погнали. Тут лабиринты какие-то. Мы с тобой тут можем изрядно времени потратить и подзаблудиться так, что... Давай, давай, ты сама справляйся там уже. Нам главная цель с тобой выполнить. Найти. Ничего так, комнатка. Уютная на самом деле. Так, тут, в принципе, до конца этого лабиринта совсем недалеко. Так что я думаю, то, что мы достаточно быстро сейчас доберемся до сюда. Так, нет, так, не сюда. Так, я вот так, в тупике возле окна. Так, тупик? В сторону пойду. Да, возле. Слушай, у меня, походу, нет той самой заветной комнаты. Видимо, в твоем крыле находится та комната с этим сейфом. Есть она. Так, вот. так, и что там? Сейчас я к тебе иду, тихо, меня за зомби только не прими, я к тебе пытаюсь продвигаться. Так, здесь тихо, спокойно. Видимо. Да ё-моё, не туда. Как тут прошла-то так. Только? Куда ты идти-то? Тупики да тупики одни. О! Давай, сейчас видишь на так, голову. Что здесь? Ага. Смотри, замок. Черт, кодовый замок, это то, о чем он говорил. Так, ну и что, откуда нам код искать? Так, давай вспоминай. Мы на первом этаже видели, на втором, вернее, какие-то буквы. Что это за буквы были там, напомни, потому что там так, что было? H, T, еще что-то там. M. Что это может быть? Погоди. Сюда только можно цифры писать. То есть, что мы можем с этим сделать? Так, их как-то надо расставить по какому-то порядку, а по какому? Так, давай в порядке возрастания. Первая буква какая так, идет по счету? А, это C. Идут. Это получается тройка. Затем идет L. Так, или H. Что? H? H это... Подожди, H это девятка получается, или восьмерка. Подожди, получается L это семерка, потом идет восьмерка, и последняя буква Q это получается... Боже, какая-то буква-то... Так, это надо еще посчитать, по ABCD. Нет, это 17-я, это 17-я буква получается. Есть! О, опупеть можно. Опупеть. Отлично. Так, ну что, вот она, та самая бумажка. Чё? Ничего. Загляни туда. Нету? Как так может быть? Не знаю, мне это не нравится.
Какого черта? Подожди, погоди. Чего? Так, Цербер, прием. Это Шадимен на связи снова. Мы добрались до этого сейфа. Тут никакой бумаги нет, никакой декларации. Что нам дальше делать? Так, как это нет? Погоди, быть такого не может. Они постоянно отчетность отправляют под конец месяца. Ах, я вспомнил. Погоди. У них подземная парковка есть, туда только служебный транспорт пускают. Вам туда, скорее всего. Если нам сейчас посчастливится и машина в тот день не успела уехать, то, возможно, вы найдете ту самую декларацию. Вот. Я, если что, до сих пор на поезде. Вон что, дитя в окне вижу вместе с леской. Да, Цербер, вижу. Понял. Ладно, давай. До связи. Слушай, погоди, а что это за вертушка летает? Вертолет? Да, слышу, приближается. Так, походу, это по нашу душу. Если бумажку найдете, запрячьтесь где-нибудь, не шумите. Поняли? Понял, Цербер, давай, увидимся. Конец связи. Черт, вертолет еще не хватало. Слышал, да? Вдали где-то что-то пролетело. Так, все. Идем на парковку тогда, этот минус первый этаж. Будем очень сильно надеяться на то, что именно машина в тот день не успела уехать со всеми этими отчетностями. Так, поехали. Побежали. Ты со мной? Давай, выходи, выходи из лабиринта. Спускайся. Так, я первый иду. Офис я все закрываю. Потому что, мало ли, может быть, мы не всех еще успели перемочить. Кстати, погоди на секундочку. А вот эти патроны еще дополнительно, 28 штук. На лестнице тебе положил. Так, бери скорее, чтобы их не пропустить. Так, спускаешься? Давай-давай, спускайся. О, гранатометы, нифига себе. Слушай, тут даже если... Даже две штуки. Не бери пока, погоди. Потом, может, это мирный вертолет. Потом, если что, мы с тобой его возьмем и обязательно это. Можно попробовать вертолет сбить. Думаю, вдвоем мы точно справимся. Так, смотри. Я вижу машину, которая похожа, в принципе, на банковскую. Это она и есть. Так, попробуй открыть дверь. Так, есть. Секунду. Да, все. Книга у нас. Книга у нас, вашу дивизию. Теперь уходим. Давай, назад, 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 назад. Черт, вертушка прям здесь, над этим зданием кружит. Слушай, кто это может быть? Походу, они прямо это, по нашу душу сюда пришли. Надо Церберу скорее сообщать об этом.